Деньги сегодня в банк поступили, поэтому это все в электронном виде. С завтрашнего дня должны идти зачисления. Поэтому пенсионеры не должны волноваться. Вот мы должны зачислять деньги по договору с 9 по 15. Здесь нарушения как бы нет пенсионного фонда. Но мы обычно делали раньше, а в связи с праздниками здесь произошла вот такая задержка.